Радикальная честность, вот, готовность говорить правду в лицо всегда любому человеку. Хорошо это или плохо? Ну, с одной стороны, вроде бы хорошо, потому что когда человек так честен, открыт, он вроде бы ничего не скрывает, ему можно доверять, потому что он всегда тебе скажет правду в лицо. Вот. Такой человек, наверное, сам по себе имеет какой-то внутренний стержень, да, на который, так сказать, нанизана эта правда, которую он несет миру. Но не знаю, вот насколько комфортно будет жить с таким человеком. Может быть, это качество не так уж хорошо, как может кому-то показаться на первый взгляд, потому что когда мы что-то говорим человеку, что способно его обидеть, оно же не делает его лучше, оно его заставляет закрыться, он прячется внутрь самого себя. Правда такая, сказанная в лицо, она может не учитывать большое количество нюансов, обстоятельств, дел, которые человек просто не знает. Он лупит эту правду в лицо, не понимая всей сложности ситуации. Ну так вот вопрос, вот хорошо это, что у нас с вами такая есть у кого-то особенность говорить правду в лицо? Или, может быть, имеет смысл тут как-то быть более аккуратным? Обсудите это в комментариях. Будет интересно посмотреть.